acteur fait de queue. Ты типа МТшить будешь? А у этого Паваротти есть Адека Спик? Я могу перебить спик. Надо самолет взять. Я пуляю. Анхоли спит, да? Здесь она лезает, здесь возле телевизора. Так и не начавшись, никто не смеет входить в обитель господина. Две совы, амнистия. Две совы. Кого фонит? Управление голосом. Thank you.
Хасок на рейде нет. Это лич. Мне каски взять. Ну, каски нет долго. Вот теперь есть. Беги! Костяная хватка! Надо использовать эту способность. Нужно ролить.
Осколки никому не нужны, что ли? Нужны. Слышно, слышно. Да-да, сейчас, да-да, да. Сейчас слышно. Вон зубы пишет. Слушай, давай тогда я на доказы собираю, сколько мне нужно. Герцогиня может потанчить. Чтобы его не брали как ретрика, а брали как танка, да, постоянно. Слышь, так может это, когда, может васа потанчит, а ты в коте будешь, тебе так лучше релить будет? Не, в коте не легче релить. Тась. Ну ладно, там не знаю, кот, не сильно много. Блин, слушай. Давай я леди убью палом, а дальше ДК. Мне кольцо лас шмотка забыл. Не может человек определиться. Ну, я зашел на этого, на пала. Дай, пожалуйста, путь. Я леди убьем. И потом зайду на ДК. В эти священные покои. Это место станет вашей могилой. Достаточно ярости. Противиться моей воле!
противиться моей воле! Я в эфире не могу. Зачем мне создали? Не понял, я что ролил? Нету, конечно же. Не, ну подожди, ну так, так людям же нужно они. Ваня меня так стыдил, что мне стыдно было, что ты же... Стыдно? А 3К ДПС тебе не стыдно давать? Ваня? Вань, у меня 3 чара, я всегда в рейд хожу. А бог вас знает, я там знаю, как вас поназывают. Слава, Ваня. Маничток. Ой, это у тебя есть ДК или нет? Ну потом, ладно, кое-что спрошу. Слышно было? Нет, 10% не хочу. Кольцо за 10%. Спасибо. Что тут?
как шар. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Мактарагар! Ортрон, взлетаем! Смотрите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Бахните лапу, пожалуйста. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Кулак по ДК, если можно. Синие пушки. Сержанта. 37к получил удар. Соединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Звали его Дранош. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был... Можно трэшил ешь? Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Умер бы я... ШП. Цел и чист.
меня. Да понял. На пульс только все два руки, хан, медведя. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественен меч? Не сейчас. Неподходящая цель. Во имя короля меча. Некогда. Видишь, Даня, не повезло. Что такое жутко? Ты, кстати, неплохо вообще дал. Ну, когда-то это должно было произойти. Авик, я пойду покушать, положу. Слава, я отошла с пехоты. Просто меня не упало с пула. Как обычно это бывает. Рейд ДПС 295. Был бы он побольше, можно было бы больше, да. Ну так вон Зуза ДК должен трэш быть. Бил или не бил? Бил. 33К. Я могу использовать это способность.
Сейчас я причаю. Собака. Метаморфоза. Гоу ленту пароль. Надо подождать. Ха-ха-ха.
Где рост? Гера не будет, да? Новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. У тебя вообще там херня какая-то. Ну, у меня 741, 494. Саш, кто-нибудь знает чувашский язык? Тогда можно и оставить. Ну, он такой мягкий, мелодичный, но... Да, тут. Какой свеча это? Свеча в гробнице, что ли? Свеча в гробнице. С озвучкой смотрел. Там продолжение еще есть. Смотри «Игру престолов» лучше.
начинаем. Да, вот смотри, одна спора уже не там, где надо. Не успел записать. Ой, я все говорю, вы зашли, если я вот двери закрылись, я не успел забежать тут после двери. А мне было... Перед носом закрылись двери. На мне спора. Уже была, не успел даже включить. Вот на месте залип перцы, все, вот тучку нужно. Не было в РДД зоне споры. Как раз там не было споры, да, вот. Блин, ну это на другой стороне вообще спора была, я добежал, но уже пропал. Большинство споров в зоне было, ты не видел, что ли? Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что остался. Я один. Забудь про ленточку. Чё-то 5 хилов, что ли? Чё-то ку-ку, что ли? Там такой. Утю-тю-утю-тю.
на переходках на зеленого. Висит на одном только. Да, только на одну цель можно кинуть. Нет, проклятие на одну цель только кидается. А подай рыбу, пожалуйста. Гро-гро-гро. Блин. Мне одному кажется, что зеленый не был замедлен первым. А он не замедляется. Значит, на переходке нет ураги, чтобы их замедлить. Обоих. Мне кажется, что это зависит от того, сколько длится, ну, сколько времени проходит от того, как мы убиваем зеленого, и начинается переходка. Но как мы бьем, если замедлять первого, то никак не хватает раги, чтобы, ну, энергии, чтобы замедлить двоих на переходке. Ну, сразу же. Да, двоих сразу. А нафиг он тогда первого зеленого замедляет? Он не замедлял. Но Валера и сказал про это. Но я говорю, что это правильно. Блин, сыграть что-то странно, вроде нормально. У меня было 103, потом спало до 90 и сразу сорвал.
Да, там Войд просто релит, он, я тоже сорвал, я же сдох тоже от срыва агро, потому что он не держит босса. Не, просто странный такой скачок был с 90 сразу на 110. Ну он мало, он не набирал агро, он, видать, из-за того, что релит, типа, отвлекается. Потому что я тоже, я бил слизня, потом добил слизня, вернулся к боссу, начал его бить и сорвал агро, сдох. Меня с Рогой не сумоньте, сумоньте там тех, кто дальше. Шишка? А вы на том? Стоп. Да ну. Он его поднял. Ты упал. Сейчас.
Слава, там сразу урон прошел. Да, даже я флешку не успела эту. Шок. Выводи. Щиток на труп не вешается. Опасно, осторожно. Не добьем. Там, если что, я могу зайти к нему помочь. Декабрь. Абу.
Лок, сейчас зайду. Никогда не мало на лок. Зараз зайду. Кто им помогает? Никто им не помогает. Короче, офнулся в ЦЛК тогда. На Вальку зайду тогда и на совет. Хорошо? Пас. Свеча в гробне, мы же говорили об этом. Это ж было уже. Давай, пати, войц. Сериал назывался Dark Star CLK. Вот он назывался. С моим ДК. Давай, у меня КД оказывается. Кем-то другим могу зайти. Тогда ну. Я могу AirDrop пойти. А чё, Ваня, кем ты шо? Кто вам друбит с КД оказывается? А, он с тобой, что ли? Угу. Я могу локом пойти, афликом. Давай пати, Войд. Ты же не бачишь, за скільки говоришь, що повороті не знаєш. Ёб твою мать. Каже, нормальний, нормальний парень, но козою попахуєш. Ну ладно, что там плохо, все. Я сейчас муки наливает вас на произвол судьбы. Это что-то целка как-то много было, когда что-то повешилось много, не знаю, когда или никогда. Это тоже пятая целка на КД. Пятницу. Две штуки. Раз это сколько было? Раз это сколько было? Мало-то. Бяни. Пошли? Бяни было. А. Я чуть не особо хочу говорить. Не заходить уже? Да, заходи давай. Уже, блин.
Можешь меня кинуть, он зайдет за хила. Вагонов. Не, у меня нету. А там присунул ПМ. Если хочешь, пусть за шипов попадет. Слышишь, Славка? Нет, ничего не надо, все равно. Ваня, у тебя КД? Когда ты успеваешь? Ты толком не ходишь. Ну ты мне интересно. Сейчас мах точно без КД. Ой, нет, надо настраиваем, сейчас на своего зайду. Да-да. Сейчас зайду. Какой босс остался? Лич. Жесть. Час.